Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Кнок-Кнок. Мы по-прежнему находимся в своем доме, и сейчас все пошло уже совсем по-серьезному, потому что над нами, как видите, вон какая-то непонятная молния, или что это такое. Но в целом у нас все получается неплохо. Или плохо. В последней серии мы попали опять в этот непонятный туннель, из которого было очень сложно выбраться. И сейчас постараемся сделать все более правильно. Дом стал еще больше с предыдущего раза. И это очень плохо. Вообще, в последний раз очень обидно. Мы так проиграли, потому что было у нас там... Ну как, не проиграли, это все запланировано. Было у нас уже практически окончание. Нет, не круглое. Что? Наш герой вспоминает такие вещи, что я уже начинаю бояться за него просто. Вот, отлично. Чей это плак? Плак. Плач. Мне показалось, или там наверху кто-то вон сидит, плачет, или что это такое? Я на самом деле боюсь туда идти, но именно туда я и пойду. Вот это вот очень плохо. Я не знаю, я боюсь. Включай свет быстрее. А теперь не смотри. Я буду. Хорошо, вот это нам очень нужно. Твою мать. Давай, родной, ты сможешь. Вспоминай, что было в этой комнате. Так это наши следы или не наши? Что вообще происходит? Прятки — это не игра, а такой образ жизни. Где бы и как бы ты ни прятался, время всегда идет назад, потому что... Дальше он не дописал. Я не должен стучать в эту дверь сейчас, иначе я попаду в бесконечный коридор. Мне нужно подождать чуть-чуть, времени у меня более чем достаточно. Вот теперь у нас проблемы. Попробую. Не-не-не, включи свет. Не страшно. Твою мать. Эта хрень нас отбросила. Довольно сильно назад. Давай вспоминай что-нибудь еще. Отлично. И мы продвинулись маленько вперед. Да ты посмотри, они просто атакуют. Такого мне еще ни разу не было. Подходить к этой девочке определенно не стоит. Так, сейчас, секундочку. Кирпичи стряхну. Так, ладно, вспомни что-нибудь приятное. Вот так, отлично. Это даже нам на руку в итоге получилось. Я делаю так, как надо. Вот не говорите мне, пожалуйста. Зачем же ты убегаешь? Я не убегаю, я выживаю, потому что вы охрененно страшные. Снизу что-то лезет. Увидите, оно какое быстрое какое. И оно может перемещаться по лестницам. Ты меня видишь? Я не хочу тебя видеть, вообще и знать не хочу. Давай быстрее, пожалуйста. Оно поднялось сюда. Можно мне что-нибудь, за что можно спрятаться? Твою мать, твою мать. Не стану. Что-то совсем плохое завелось в этом доме. Слишком быстро и слишком... Твою мать. Это будет очень сложно. Что? Что такое опять? Что не так? Давай, вспоминай. Ты меня еще не забыл? Хотя бы иногда ты видишь меня во сне? Я тебя видеть не видел, и знать не знал, и знать не хочу даже. Поганец, давай вспоминай что-нибудь.
Давай. Нет, это не то, что мне было нужно, но все же. По крайней мере, здесь можно спрятаться. Так, я что-нибудь вспомню здесь новое? Да. И это будет реально серьезное испытание, насколько я вижу. Должен признать очевидное, но не умеет. Это выше его сил. Как скажешь. Как скажешь. Хорошо. В этой комнате что-то новое есть, нет? Нет, похоже. А вот тут наверху наверняка. Нет? А здесь? Да. Непонятная хрень. Давай. Что-то хорошее. Доброе, светлое. Все как надо. Кто вырывает страницы? Сюда? Нет. Ладно, нам вниз. Давай, часы мне, пожалуйста, часы. Да, сегодня мне не везет. Обычно везет, а вот сегодня нет. В этой комнате вспоминать мне особо нечего. Подожди, там дверь была? Нет. Поэтому пойдем вниз, как бы мне не хотелось вообще здесь никогда не появляться. Так, хорошо, вспомни что-нибудь. В этот раз... Вот, отлично, спасибо большое. Больше тебе тут вспоминать нечего, да? Ладно, пойдем сюда. Тихо. Чинись, пожалуйста. Где потух свет? Понятно. Ты будешь что-нибудь вспоминать здесь? Похоже, что нет. Наверняка там в верхних комнатах можно наловить еще полно всякого хорошего. Но мне нужно двигаться вперед. Для меня так будет спокойнее. Тихо. Да, это сильно нам помогло. Здесь у нас разрыв, да? Давайте как-нибудь вот так. Давай побыстрее, пожалуйста. Оно у нас сейчас шарахнет чуть-чуть, но по крайней мере... Эта комната будет очищена. Так, вот так вот. Вот так вот. Вспомни, здесь же было хорошее место, да? Ведь наверняка. Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Чё? Тихо. Чуть подуспокоилось все. Меня это радует. Ничего особо полезного я тут не нашел. Может, тут теперь что-то проявится более хорошее? Да. Оно лезет сверху. Опять эта девочка там. Вспоминай давай. Мы почти выжили. Это не то, чего я хотел. Пойдем по-быстрому наверх, починим эту хрень. Вижу. Где? Где? Где оно идет? Я не вижу его. Я не вижу, где оно? Я могу вообще читовать, просто вот так вот ходить, вот пока время не кончится. Вы же понимаете, что это бред. Я тут. Давай, 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 давай. Пока не засосало. Хорошо, вспомни что-нибудь. Ну. Вот так, отлично, мы справились, господа. Это было очень сложно. На самом деле, это был просто пипец какой-то.
Но у нас еще одно утро. Не знаю, куда нас это все заведет, но куда-нибудь да заведет, я думаю, в хорошее. Сыграем в дом на краю. Накройте стол так, как накрывают его для поминок. Вместо приборов положите листы бумаги. Закройте глаза и рисуйте круги на каждом листе. Мысленно повторяйте разными голосами. Круглое, круглое, представляя при этом размеры кругов. Рано или поздно вы услышите голос, как будто кто-то произнес эту фразу у вас в голове. Квадратное. Или «Нет, не круглое». Выходите из комнаты и закройте за собой дверь. Ну и нафиг. Это я не буду делать. Ни за что. Еще один день. И новые проблемы. Ктулху лезет по новой? Или нет? Вставай, родной. Ктулху по-прежнему идет к нам. И нам нужно он туда, но сначала мы наведем порядок. Все как всегда. У нас не так много времени на все это, но я буду этим заниматься. После этого в итоге легче жить. И мы понимаем сюжет более целостно. Потому что нам открываются какие-то детали. Закрыто. Приходите утром. Ну, или вообще не приходите. Хотя и так утро. Мы посадили лес, чтобы спрятать дерево. Комнатка, комнатка, покажись. Отлично, придется чинить. И здесь его нет. Хорошо. Не поддается, господа. Не стоит, уходите домой, я вас не звал. Здесь ничего, все спокойно. А вот здесь... Лучше открой сам. Да ни за что в жизни. Повешение. Все как всегда. Да, этот дом по сути не меняется в будни. Ну, то есть явно отличия есть, но не сказать, что они такие уж прям значительные. Допустим, после той комнаты всегда идет это, после этой комнаты. Блин, как меня беспокоит то, что там вдали. Короче говоря, как-то так. И что у нас здесь? Больше, похоже, никаких интересных деталей нас не ждет. Так, лампы нигде не потухли. Ладно, можно приступать, я думаю, к поискам девочки. Давай. Пошло время. Снова зовут наружу. Но вы заметили, да, что в последнее время просто так гулять по лесу не получится. Там постоянно можно нарваться на что-то нехорошее. Ну и на хорошее тоже. Здесь уже какие-то осенние листья летают. Как думаете, просто идти вперед? Но у нас время, опять трещины по краям экрана. Так, бабайка. Бабайку нам не надо. Еще бабайка. Сколько этих кустиков живых. Мне это не нравится. Девочка, покажись. Опять эта тварь стоит. Так, ладно, допустим. Время совсем быстро как-то кончается. Поэтому я не уверен, что нам стоит этим заниматься.
Так, допустим, нашли мы девочку. Эти трещины просто скоро будут реально очень быстро смыкаться по центру. Так, там бабайки на горизонте. И девочка. Оно совсем рядом, да? А вот и дом. Так, ну девочку вроде нашли, будем надеяться, что этого достаточно. Хорошо. Рыба? Какая рыба? Что это? Ничего себе. Но, в принципе, терпимо. Давайте приступать. Все знают процесс. Разница в деталях, только каждый раз что-то плохое. Так, вспомни. Нет? Нужно открыть эту дверь. Я не хочу открывать эту дверь. Молния стала поменьше. Значит ли это что-то или нет? Так, ну. Оно опять где-то здесь, да? Вон оно там. Давайте поспешим. Вообще лучше сначала зажжем свет здесь. Не убежит, я думаю. Скоро она, правда, пойдет меня убивать. А я тут стою, втыкаю. Но всему свое время. Так, вспомни. Это же хорошая комната, наверняка. Здесь время есть, часики, да? Есть же? Ну, блин. Так, ладно. Спокойненько. Это, по-моему, один из самых страшных вообще моментов в игре, когда ты просто стоишь рядом с ней. Фух, отлично. Оно опять здесь? Я против, девочка. Я просто против. Намного более спокойнее, когда горит свет. В комментариях все равно пишут, выключай свет. Нет, no. У меня и так все получается. Игра, по сути своей, довольно сложная, но если ты следуешь правилам игры или даже пытаешься их где-то поломать чуть-чуть, то в итоге все получается очень даже неплохо. Такие гости проявляются лишь в темноте, потому что мрак разъедает стены. Будем надеяться, сейчас в темноте проявится еще что-нибудь. Вот тут, допустим. Ну? Они там. Ну, давай, родная. Нет, это не то, чего я хотел. Здесь может быть что-то новое. Твою мать, как же мне не нравится этот стук. Здесь ничего нового. А здесь... А здесь есть. Не спеши. И сейчас все по-новому мне вспоминать. Так, ну давай. Не то, что я хотел, но пойдет. Да хватит стучать. Не убегай, я сейчас. Это плохо. Давай, давай. Минус час. Но нам пойдет. Нормально. Оно внизу, да? Меня зовут не твое дело, скотина. Так, тут у нас как дела? Ты меня видишь? Нет, и видеть не хочу. Посмотри.
Пока что все, в принципе, терпимо. Я не увидел, честно говоря, что у нас тут проявилось. Вот только вниз спускаться совершенно не хочется. Оно идет прямо сюда? Тихо. Еще один прорыв. Ну вот из-за этих штук постоянно у меня все сбрасывается. Где она? Я не вижу ее. Я не хочу туда выходить. Мне здесь не нравится. Так уходи, чё ж тусуешь тогда? Не включай пока свет. Я, если ты не против, буду делать все по-своему. Где она? Вон она. Там еще кто-то пошел искать. Отлично. Тихо, твою мать. Я не выберусь отсюда живым. Я не увидел, что это было. Это чавкотня, по-моему, не в этой комнате. Что? Что? Игра, похоже, сломалась. Ну, короче говоря, давайте на этом на сегодня прощаться, потому что смысла сейчас по-новому начинать не нужно, отдохнуть, потому что это 6-я серия за день. И тем не менее, хочу сказать, что в принципе у нас все получается, несмотря на то, что в этой серии реально уже какая-то жесть творится и становится очень сложно. Я думаю, в следующий раз мы пройдем это место без особых проблем, оно все-таки получается у нас. Спасибо, что смотрели, жаль, что игра зависла так на середине, но тем не менее, вот такие вот у нас дела. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.